Сейчас мы находимся на одной из парковок, которая обустроена так называемой электростанцией, которая позволяет заправлять электромобили. Как мы знаем, количество таких автомобилей у нас в городе увеличивается, с каждым месяцем их все больше и больше, на сегодня их уже около 8 тысяч штук. То есть на сегодня мы уже по городу имеем порядка 15 электростанций. В этом году мы рекомендуем операторам установить еще порядка 50 подобных электростанций по всему городу. Зачастую это больше, скажем так, спальные районы. Потому что мы прекрасно понимаем, то есть мотивации у автомобилиста переходить на более экологичные и, скорее, на сегодняшний день экономичнее транспортные средства, это, скажем так, доступ к соответствующей инфраструктуре. Когда я вообще хотел покупать электромобиль, я даже не представлял, где его заправлять. И то есть мало было заправок, но я здесь живу рядышком. И когда увидел, что строится на стоянке заправка, я сразу подумал, что нужно переходить на эту стоянку. И мне стало реально удобно тем, что я приезжаю даже на ночь, я оставляю машину, и она у меня заряжается. Утром я прихожу, ее забираю, она уже заряжена.